Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. В Кирове полиция снова проверяет масочный режим в магазинах. Проверяют также наличие санитайзеров в помещениях. Вместе с полицейскими ходят представители теруправлений. Накануне рейды прошли на центральном рынке и в магазинах неподалеку. Как сообщается на сайте горадминистрации, продавцы были преимущественно в масках. Тем, кто их не использовал, сделали предупреждение. При следующем рейде на них составят административные протоколы, если нарушение снова будет зафиксировано. Всего с начала года в Кирове сотрудники полиции составили 250 протоколов о нарушении масочного режима. Штрафы за это до 15 тысяч рублей. Программа «Экономика». На предпринимателей завели 9 уголовных дел за невыплату зарплат. С начала года выявлено более 3500 фактов нарушения закона в сфере оплаты труда, сообщает прокуратура Кировской области. По представлениям надзорного органа, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 1000 должностных лиц. В суды направлено 170 исков в защиту прав работников. По материалам прокурора возбуждено 9 уголовных дел, погашено долгов на 117 миллионов. Так, в конце августа завели дело на руководство одного из охранных предприятий в Кирове за долг в 99 тысяч рублей. Экономика на 101 FM. Налоговая напоминает о предосторожностях в сделках с самозанятыми. При приобретении товаров или услуг у плательщика налога на профессиональный доход необходимо иметь правильно оформленные документы, подтверждающие расходы, напоминают в Кировском управлении ФНС. Проверить, имеет ли контрагент статус самозанятого, можно с помощью онлайн-сервиса сайта ФНС. Он называется «Проверить статус налогоплательщика НПД». И необходимо получить от него чек. Он основной документ, подтверждающий произведенные заказчиком затраты на оплату по сделке с плательщиком налога на профессиональный доход. В чеке должно быть наименование товаров и НН заказчика. Напомню, что сейчас в Кировской области зарегистрировано 20 тысяч самозанятых. Экономика. В конце выпуска о валютах на сегодня. Доллар официальный 71 рубль 86 копеек. Курс евро 83 рубля ровно. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.